А разминаются, кстати говоря, вот это вот Гусяков и Виктор Пронь, молодые игроки Астаны. Подача в исполнении Адат Нургалиева на дальнюю штангу. Мяч зависает, удар! Гол! Еркебулат Улушбаев, что называется, заслужил игрок Ордабаса. Открывает счет хозяева. Отличная подача в исполнении Азата Нургалиева. Куда побежал Александр Мокин? Не сумел он сыграть на выходе. Отличная передача. Затем следует вот именно туда, на теперь уж дальнюю штангу, где оказался Улушбаев. Никем, видимо, не прикрытый, но, по крайней мере, ему никто не смог помешать. Таким образом, ну, наверное, можно говорить, что это логично, что южноказахстанцы открывают счет. Давайте смотреть повтор. Мокин, да, Абдулай Диакате, ну, просто монстр. Человек, который отрабатывает и в обороне, успевает. Вот несколько моментов, когда он и в подкатах мячи забирал, где, казалось бы, доборолся до конца в каких-то эпизодах. И здесь опять. Именно он становится автором голевой передачи. Ну, а Тумушбаеву нужно было выпрыгнуть. Кто ему оппонировал? А это был Берик Шаихов. Не самый габаритный игрок. И уж точно не самый лучший футболист в плане действия на втором этаже. И теперь...